better when I like me better when I'm with you. I just wanna have some fun. Я покажу вам свой макияж в стиле Инстаграма. И, кстати, да, я Вилка и до сих пор Вета. Так что поехали! Первое, что я делаю, это подготавливаю кожу к макияжу с помощью моих любимчиков от компании Riche, скраба и масла праймера для лица. Кожа после них становится очень бархатной и готова к нанесению макияжа. Летом я не пользуюсь тяжелыми тональными основами, а наношу легкий CC-крем от Буржуа в 32-м оттенке. Далее я приступаю к оформлению бровей с помощью своего любимого карандаша от L'Etoile в оттенке 703. Сначала я подвожу нижнюю часть брови, потом верхнюю и заполняю. Вуаля, все очень просто. Далее беру палетку от Kylie, не знаю, настоящая она или нет, это уже секрет. Тени почему-то очень часто сыпятся на мое лицо, и мне приходится смахивать их с помощью кисти для хайлайтера. Не дела. Далее я впервые наношу тени на свои глаза за последние 4 или 3 месяца, и делаю я это с помощью палетки от компании Kiko. На самом деле все предельно просто. На подвижное веко наношу самый светлый оттенок, а в уголок наиболее темный. Делаю это интуитивно и на уровне любителя. А сейчас я впервые использую гелевую подводку с кистью, и знаете, у меня получается довольно неплохо для начала. Сегодня вместе с вами тестирую скульптор-корректор для лица, и знаете, мне он очень нравится. Главное, не забудьте его хорошо растушевать. Сегодня прям какой-то день открытий, у меня в косметичке появился хайлайтер, и знаете, я всегда не понимала, а точнее просто не понимала, зачем его использовать. А сейчас это мой фаворит. Очень сильно разочаровала меня, но потом, когда я протестировала ее на стойкость, я поменяла свое мнение. Такой вот совсем ненатуральный макияж получился у нас в стиле Инстаграма. Я надеюсь, что вам понравилось, и вы поставите палец вверх под этим видео. Я вас всех очень сильно люблю, ценю. Спасибо за каждое слово под видео, под постом в Инстаграме. Вы заряжаете меня энергией, даже находясь в других уголках планеты, за что я вас очень сильно ценю. Пожалуйста, напишите в комментариях, какое бы следующее видео вы хотели видеть на моем канале. Я постараюсь его заснять, потому что мне очень важно ваше мнение. Люблю, целую. С вами была Вилка. И помните, все, что не делается, все лучше.